беспокойство по поводу оценки, насколько справедлива будет та стоимость, которую предложит администрация. Я еще раз подчеркну, здесь нет задачи экономить. Ни у края, который выделил средства на переселение, ни у администрации города. Я постоянно с главой общаюсь и слышу, что никакой задачи кого-то обделить нет. Здесь должна быть максимально честная, прозрачная и удобная для людей оценка. Однозначно не все с ней согласятся. Однозначно. Это вопрос того, что люди по-разному оценивают свое жилье, да, и у них есть полное право выступить инициатором независимой оценки, защитить ее в суде и получить другие средства. Я думаю, это неизбежно случится, это нормальный хозяйственный процесс, человеческий процесс, который касается имущества, денег и всего прочего. По-другому не бывает. Я в этой части на стороне людей. Даже если независимый оценщик, не город же оценивает, это по конкурсу независимая организация. Даже если люди выступят с инициативой идти в суд, я буду на стороне людей и поддерживать их в этой части. Конечное слово будет за судом, но хотя бы в моральной точке зрения я на стороне того, чтобы люди получили как можно больше средств, чтобы не поменять одну полуразрушившуюся квартиру на другую в таком же ветхом аварийном доме.